Так, друзья, всех приветствую на очередной трансляции. Возможно, вы смотрите на Ютубе. Возможно, последнее видео по моей карьере НБА. Возможно, не последнее. Но надо уже заканчивать с этими Кливленд Кавалерс, которые меня просто уже достали, если честно. Последние две игры были очень сложными. Я бы даже сказал, слишком сложными. Я ничего менять не стал. Все по-честному, уровень сложности Hall of Fame, Game Style Simulation, все честно, абсолютно честно все. И надо уже порвать команду Джеймса, потому что я реально боюсь, что нам придется играть седьмой матч. Если это произойдет, то, блин, я не знаю. Я боюсь, что мы не вывезем, надо сегодня заканчивать. Давайте, поехали. Это очень важный матч. Потому что в седьмом матче может произойти все, что угодно. Я не хочу рисковать. Надо как-то выиграть без риска. Если команда будет играть как последние два раза, ущербно. Вот, когда там из-под кольца не могли попасть. Постоянно мазали Вестбрук и Дюрант. Меньше 50% попадания открытых бросков. Это вообще ни в какие ворота. Открытые броски должны реализовывать там такого уровня игроки должны там 90% попадания реализовывать, когда ты просто стоишь открытый и кидаешь. Вот. А с сопротивлением, понятно, там другие проценты попадания. Но открытые-то должны попадать. И последние две игры, к сожалению, не показали, на что они вообще способны. Сегодня я постараюсь тянуть одеяло на себя, к сожалению. Ну а что делать? Такова суровая реальность. Надо выигрывать. Без лишних презентаций сразу же бросились в бой. Yes! Yeah! Давай! Блокшот еще разочек! Просто команда уродов каких-то, я по-другому не назову. Ну как вот так вот, ребят, блокшот ставят, смотрите, там двое человек, смотрите, трое человек, обратите внимание. Три человека, Дюрант, Вестбрук, Перкинс, и все могут подобрать мяч, плюс тот, кто заблокировал. Но мяч они не подбирают, зачем? Нам не нужен мяч. Пускай подбирает и второй шанс. Давай, забрасывай, конечно. Нам же не нужен чемпионский перстень, правда? Зачем? Давайте отдадим Леброну. У него же мало перстней. I'd be really interested to see how they react to this. Yes. We've got a chance here to set the floor, courtesy of Gatorade, all fueled up and ready to go for this one. So the Thunder Five right now, and outside at the three with Ibaka playing the power forward. Mr. Clutch out there with Russell Westbrook. Так, вот только не нужно такие промахи, пожалуйста. Я тебя прошу. Там идеальный тайминг броска, и мимо мяч пошел. Это что такое? And he's good on the second. And the Cavaliers with possession here. They come into this one after winning on Tuesday. You know, their percentage from long range. Видите, как я зажжен? Видите? Какой красный, а? Это вот сказывается желание победить. Настроен на матч сегодня. С первых же секунд. Заряжен. Давай. Дюрантушка. Бам! Мимо! Фак! The Cavaliers have gone just 1-4 to get this game started. Моя точка не проста. Outside Irving. And Waiters has it in the corner. And the three ball is good. They really can't allow him too many open looks like that. I mean, that's just inviting trouble. Я в шоке от этих парней. Они что, защищаться вообще не умеют? Как фолы же, фолы были, брат. Там прям видно было, как поклонули. Почему-то у меня настрой спал, смотрите. Я весь красный был, теперь не красный уже. Why not? Что случилось? Тайм-аута не было, ничего не было. Что случилось? Варижао, опасный? Опасный Варижао. Подождите, камера мне не нравится, я ничего не вижу.
Six on the shot clock. Durant with some nice D. Yes. If he gets to the rim, Westbrook. Defense stood tall there. Вестбрук зачем-то побежал совсем не туда, куда нужно было. Стоял бы себе спокойно, мяч принимал, пару шагов вперед бы сделал за это время, наверное. Ах ты, какой Леброша! Леброн перехватил мяч. Уэйтерс! Is Mr. Clutch. And just under 2.5 minutes elapsed here in the first. Six to shoot. And here's Westbrook from the arc. Varejao comes up with the rebound. Again, iffy shot selection there. Defender draped all over. Well, you got to understand who's guarding you in that situation. I mean, if he's on you tight, you can't just rise up and try to shoot over the top. And that one's good. Durant. Он сделал это. Give him that shot. I mean, a few он попал. Неужели? Может, у Дюранта игра сегодня пойдет? Outside Irving. James sets the screen for Irving. Raiders on the wing. Держите, ребят, держите. Нам нужно выиграть этих парней. On its way from Irving for two. It's rebounded by Oklahoma City. Great defense there. You really have to. Давай, кидай, Дюрант. Бам! Есть. Сравняли счет. Tough for the defense today. If he's got his A game rolling here tonight, we'll see. Майк Тейлор. Or Cleveland, they've gotten three of eight shots to fall for them here in the first quarter. Что удалю? Varejao setting the pick for Irving. Эту игру пока не планирую удалять. Puts it up. Вау, меня обманул просто. Видели, какой классный был дриблинг, что я аж там чуть не упал. Oklahoma City trail. Nice. Durant the pass to Mr. Clutch. Вот так вот нужно играть. Excellent vision by Durant out there. What a nice pass. Left in the first quarter. James kicks to Varejao. Спокойно надо отрабатывать защиту, это очень важно. Pass to Irving. Важно отрабатывать защиту. Now here's Waiters. He's got Дюран, давай, на тебя тоже все надежды сегодня. High post shot. And Cleveland again with the bucket. Don't take your Черт возьми, да что же этот синигр позволяет, а? Multiple spots on the floor. Put the так хорош. And the Cavaliers will go with a different look here. Checked in for Varejao. Love comes in for Tristan Thompson. Harris is checked in for Deion Waiters. And it's Matthew Dellavedova in for Kyrie Irving. And then for Oklahoma City, Nick Collison's checked in for Perkins. Jones comes in for Serge Ibaka. And it's Jackson. Сегодня будет день пик-н-роллов у нас. Мне нужны пик-н-роллы, больше пик-н-роллов. You look at Irving. Typically dominates out there. He can seemingly score at will. And of course, Mr. Clutch. I'll tell you what, whether it's been attacking off the dribble or pulling up, both of these guys have really been lighting it up in the playoffs. Well, with that last huddle, you could see the coach was addressing how they were going to make a tactical adjustment. And after hey, Kevin Love, то зачем пропускать? Ну что за деревья вообще играют? Я поражен. Не могут удержать Кевина Лава. Камон, пусси. Ну. LeBron drives in, shot from 12. Bam. You know, you can give a defender a lot of trouble if you're consistent with that turnaround jumper. It's almost impossible to block. Mr. Clutch, the pass to Collison. Here's Mr. Clutch. Good, and the assist goes to Collison. 9 points for Mr. Clutch. Well, this quarter has gone awfully well for him. It seems like every chance he's gotten, he's pretty much converted. And two shots coming up at the Джонс line. Ну, может быть... Это не худший вариант, потому что Кевин Лав не всегда попадает в штрафные, но вы видите, у него какой-то процент попадания. Как минимум, в финале плей-офф плохой. Поэтому лучше свалить, чем дать спокойно забить про него. 35 секунд осталось в игре в первом.
Отлично, отлично. Деловидово просто не успевает по скорости. У него скорость ниже, чем у меня. Not probable, but it is possible, partner. It's possible. Not probable, it is possible. I don't know what all that meant, but you're right, Clark. Here's Deloitte. He's been patient so far, nothing yet on the scoreboard. The dish to Boozer. Держи, 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 мужика! Слушай, ну что такое? Что за броски от какого-то одного игрока вообще? Он не должен так попадать, как Майкл Джордан. Это же очевидно просто. Я сегодня злой, я буду пик-н-роллить, пик-н-роллить и пик-н-роллить. Нужно забивать как можно больше. Что там комментаторы балакают? Ну, они были в шоке от броска. Неужели, говорит, это возможно? Да, возможно. Отлично. Одно очко разницы, это очень хорошо. Музыка почему-то не играет. Музыку забыли включить, ребят. Да, MJ, я решил сегодня добить уже режим карьеры. Я боюсь доводить до 7 игры. Game 7 of the NBA Finals. LeBron James and the Cleveland Cavaliers. Нет, нам не нужна Game 7, нам нужен Game 6. And this is over. Меня садят на лавку, зачем? Let's see what you got, son. Oh, I got plenty. I was checked in for Boozer. Вау, мы видим счеты, друзья. Супер, ребята там ударно поработали, это очень радует. Очень радует. Вот это плохой бросок. Это очень был плохой бросок. Просто вообще худшее, что он мог сделать, он кинуть вот так вот мяч на удачу. Такой игрок донный абсолютно. И сейчас забьет Леброн. А, and one еще закатил. Да. Чувак схватился за голову. Давай, 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 красавчик, давай. Эх ты. Хотя бы с фолами. Забьет оба, скорее всего. Бам, первый есть. Привет, бро. And thank you, Doris. It was a performance. Я не должен проиграть. Have their upcoming opponents terrified. Well, I know this opponent should be terrified. Труды, все труды с октября месяца пойдут псу под хвост. Представляете, с октября месяца потею. О, блокшот, блокшот Леброну. Леброну там сейчас очко горит по-любому. Бам! Мимо! Что ж такое-то? Ну как же так-то, правда? Там такой хороший тайминг. Надо было двушку кидать. Держи Ирвинга! Блин, он так классно сыграл пик-н-ролл, что я ничего не мог сделать. Серьезно. Пас. Да-да-да, кидай, кидай! Бам, мимо! Вау! Ну что ж за донные ребята, Идиотский промах от Весбрука, ну все, больше ты не получишь от меня мяч. Я не понимаю, как можно мазать столь открытому парню, это вообще просто позорище. Подожди! Here's Mr. Clutch. Yeah, he got whacked. Shouldn't be much debate on that one. Yeah, that was as straightforward as it gets, guys. The Thunder have got 9 of 10 from the line, so making the так, остается 19 секунд до окончания первой половины. They made them all, taking full advantage at the line. Есть. Nice job of really making the most of their opportunities. You know, he's as close to a sure thing as you can possibly have when he steps to the line. James dishes to Waiters. And to find Thompson, he gets it to him. Misses, and he wants that one back. Heaves it up. No luck.
And the first half is now in the books. Thunder out in front. They're up by 10. And now let's catch up with Doris Burke, who's standing by on the sideline. Doris? Thanks, Kevin. LeBron for the second half. How do you make sure you handle the pressure with the season on the line? Well, there's nothing to handle. I mean, for us, it's win or go home. So, you know, I plan on playing the whole second half. Thank you for the time, sir. Guy? Слушайте, как можно понять, что он сказал? Это вообще невозможно. У них вообще никакой дикции нет. Мы почти здесь, парни. Но еще есть над чем поработать. Если вы хотите сегодня поднять этот трофей, то нужно поработать лучше. Вот сравнение. Джеймс забил 9, я 15 очков. Я сделал 2 передачи, он 1. Я сделал 3 подбора, Джеймс 0. Просто посмотрите, лидеры команд. Сравнение лидеров команд. Вот так вот нужно играть. Поехали. Shot attempted is really one of the undervalued stats in the game, and it's a real measurement of efficient scoring. Thompson and Verizon at the 4 and 5. Irving and Waiters. Yes. And it's James in at the small forward position. That's the 5 for Cleveland right now. Way to play in attack mode and get inside. And you know, if you're on defense and you're going to foul, make sure it's a good one. They did, preventing the end. Ненавижу это, то, что они минусуют. Идеальный тайминг броска и... Держим. Давай. Работаем. Что случилось? Правильно, нефиг там валяться, придурок. Решил привлечь в краски. Я, говорит, тут позагораю, ребят. Вы не против? Говорят, солярий открыли сегодня. Да. Давай, иди загорай дальше, нигер. The Thunder leading by 11. Here's Mr. Clutch. Что ты делаешь-то? Подожди. Fires from deep. Бам! Трешку тебе. In your face. Mr. Clutch has got 19 points. Might as well just take it into his own hands. Давай. Make that big lead. Мы должны поддержать трофей сегодня. Мы должны поднять его и надеть перстень. Thompson sets the pick for Irving. Pick by Varejao. Эй, Варежао, мать твою. Блин, я пошел на подстраховку Иринга. This is major smash. Tell you what, he's gonna put that one in. Я сегодня буду бомбить их кольцо. Pick and roll все-таки это такая имба. Я стараюсь его не обузить часто, но когда на кону чемпионский титул, мы будем обузить pick and roll только так. Видите, как я вовремя перехват нажал. Единственное, что не перехватил, меня только выбил, но это тоже неплохо. Irving drives in. There's the bucket. Good. Я не могу. Он слишком правильно выбирает маршруты. Especially inside. Well, that's four straight buckets now at the rim. Да куда ты бежишь-то, дурачок, блин? Ой, какой чувак, неужели ты попал, а? Коллисон, ты сегодня в ударе. Пас мне отвесил результативный. Сейчас попадает, какой сложный бросок. Давай, Блад. Настраивай там ребят своих. Надеюсь, ты еще не найдешь нужных слов. Держим. Мне кажется, они больше 5 секунд там проторчали, нет? Бам! Давай, Дюрантушка, пожалуйста, забивай! Блин, Дюрант, ну ты осел! Ну как можно, блин, мазать с идеальных позиций с угла? У него есть бейдж специальный, корнер, спешилист. Смотрите как, видели там руку почти дотянулся до Леброна. Вот такие вот моменты меня лично напрягают, когда Дюрант промахивается. Дюрант не должен такие моменты промахиваться. We know he can bounce, and right there an example of how dangerous he is when he's got a path to the hoop. And you love the versatility, guys. Being a point guard, and in this situation, they tack on two more points, expanding the lead in a pretty deflating way for the defense. Irving kicks to LeBron. LeBron опасен, да. Here's Waiters.
Держи Бузера. Бузу держи. Держи Бузу. Yeah, they were very lucky defensively because there was some miscommunication there. They left him wide open. Пытаюсь все анализировать на площадке. Куда бежать, чего? LeBron outside, pocket six, beyond the arc. Повезло, ой, повезло. Shooting percentage nowhere near where he'd like it to be. Here's Mr. Clutch, covered by Irving. The wide open look here for Ibaka. Ибака, сучака! Блин, ну как же ты не попал-то, камон! Там выдели, мяч подобрали, но мяч вывалился из рук у Коллисона или у кого там. Не понимаю вот этого, почему всегда мяч-то у игроков вываливает. В 90-х я такого никогда не видел. Может, у современных вываливается, не? Отлично, наш мяч, наш мяч! Дайте сюда. Кому-то умеет попадать. Давай, брат. Бах, и точен, точен. Дюрант молодец, давай. Outside Irving. Raiders on the wing. Durant against LeBron. Нет, 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 подбираем, ребят. Да ё-моё, ну как же так-то? Не могут, блин, мячи подбирать. В защите, это же вообще позор просто. Позор большим игрокам, когда они не могут такие вещи делать. Постоянно фейлят. Подожди, Ибака, подожди, подожди, подожди. 129 left in the third quarter of the game. Ibaka with a screen on Irving. No good for Mr. Clutch. Хорошая защита была, ничего не сделаешь. Спокойно, спокойно, Дюран, давай, 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 брат. И... есть. He has 23 points and free throws have been big for him today. Да, там жесткий фол был вообще. Можно и умышленно издать. Давайте, ребят, нам нужно заканчивать этот сезон, подержав кубок в руках. Нельзя доводить до игры седьмой. And it's Jackson in for Russell Westbrook. Dellavedova kicks to Harris. Так-то может еще игрок быть травмирован, имейте в виду. Бац там, Дюранта, например, и меня травмировали, и все, и ГГ. Oklahoma City leading by 19. Here's Jackson. LeBron with some nice deep. Cleveland's gotten off to a very slow start from three-point range in the second half. They're 0 for 4. Harris passes to Love. Got a piece of it, and it's out of bounds. The Cavaliers able to retain possession here. A different look now for Cleveland. Christine is checking for Boozer. Thompson comes in for Kevin Love. And Kyrie Irving subbed in for Harris. Irving kicks to LeBron. They get the rebound. Что ж вы не подбираете-то ни хрена, блин? Это что за команда-то такая? Defensive rebound вообще не работает. Ужас какой-то. Я еще хуже команды на подборах не видел просто. To the paint, Thompson, and he caught that pass in full stride on his way to the big slam. None of the defenders wanted anything Clark to do with him on that jam. And I do not blame him at all, partner. He was coming in with a bunch of steam. Bam, мимо. Whoever decided что to get такое-то? In his почему way. Я промазал? Right, I understand, fellas, but come on, you gotta challenge him a little bit at least. Ну что, друзья, заключительная четверть. Ставки высоки. В какой команде потом буду играть? Ну, я не знаю, в следующем году, пока не знаю. Там в Орландо-то есть какие-нибудь путевые игроки? В следующем году я хочу либо за Шакила Нила играть, либо за Хакима Оладжуона. Не за себя самого, а хочу пересоздать игрока прошлого.
Cavaliers trail by 17. And Oklahoma City, look at who they've got to start the fourth quarter. Mr. Clutch in at point guard. Perkins is out there with Jones. That's Jeremy Lamb. And if нормально, Jackson, нормально. Так бы он забил сверху бы и даже глазом не моргнул. А так хотя бы, может, пробьет два штрафных, один промажет, как вариант. Нифига расслабляться. You know, block shots, guys, a clear indicator on the stat sheet of their excellent defense. I mean, leaving them no room to get off any shot. Нет, Леброн точен. Не моргнул глазом даже. And creating points offensively as a result. And the Cavaliers making a change here. Varejao's checked in, and Oklahoma City also making a switch. Дуо фолит. Слишком много фолов сегодня. That's good for Mr. Clutch. That free throw is good for Mr. Clutch. Я думаю, мы до 17 очков не должны, конечно же, слить. Хотя все возможно. Tries from 16. Вот с такими-то бросками Леброна. LeBron's got 4 points. Сопротивлением забивает, подлец. Momentum going with his own game. It's been great today. Just as hot as he was last time out. Perkins with a screen on Irving. Here's Mr. Clutch. Oh boy. А что ж такое-то? Держите, держите Ирвинга. Что себе побежал, чувак? О, отлично. Ирвин промазал один из двух. Good on the second free throw. Oklahoma City leading by 14. Ibaka with a screen on Irving. Ibaka, точен. Красавчик вообще, а. Вот молодец, прошел. Держим, 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 ребятушки. Давайте, 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 держим. Работаем. Расслабляемся. Varejao dishes to James. LeBron, left side. And two free throws coming up as he misses. Ладно, Varejao может один-то промазать из двух. Очень много фолов сегодня. Пока что хорошо кидает. Оба забил. Кливленд не мажет. And here's something else I love about him, guys. If one of his teammates is on the fringes of the game, maybe not as involved as he should be, then he takes it upon himself to get him involved. Perkins with a screen on Irving. О, хорошо. Ой, хорошо получилось. 29 points for Mr. Clutch. He shot the ball exceptionally well as they built this lead for themselves here. Фу, сейчас тренер меня может кстати заменить. Kevin Love's checked in for Tristan. Нет, не меняет, правильно делает. Пускай не меняет до конца. Так мы точно затащим. Well, over the break, I listened in on David Blatt's huddle. He said their plan was run their offense through LeBron. Coach detailed the ways to ensure he's the one in charge out there, with the ball in his hands. Чувак, and the rest of the быстро, players а? Falling in line behind him. A few late on the fly adjustments as the situation gets more desperate for them. It's going to be a tough hill to climb, guys. Great, thanks for the report, Doris. Here's Mr. Clutch in the corner. It's Westbrook, and that'll be Oklahoma City as it goes out of bounds. Thunder retain possession. Что делать-то? 5 on the clock. Here's Mr. Clutch. And it's going to be two free throws. Drew contact. Четвертый фол уже у Ирвинга. Yeah, he took a hit right there and earned those free throws. That free throw, no good. Жесть, с таким таймингом не попал. And the second free throw, good. Oh my gosh, I just got that. Irving with it. Pass to Love. Hey! And no good. Trying to use the glass. Outside Durant. Давай, Дюрант, пожалуйста. Ну что ты делаешь? Тянем время, да? Just under 2.5 minutes gone here in the final quarter. And he breaks the lead. Mr. Clutch has got 17 now. Обалдеть, бросок получился. С левой руки. Great second half. I mean, he came out of that locker room ready to play. James, the pass to Irving. Вау, видели, какой классный бросок? Какое обманное движение, вернее. Ой, это точен. Что Брукс боится.
Правильно, что взял тайм-аут, все верно сделал. Here's Mr. Clutch. And we're about 3 minutes into the fourth quarter. They double him with LeBron. Куда ты? Нищ... Вообще на ровном месте. Первый раз пытались выбить, не смогли. А второй-то он просто выронил мяч из рук. Давайте, ребят, нам нельзя отпускать преимущество. Пас. Работаем, друзья. Pass to Mr. Clutch. Right wing. Shot clock at six. Let's it go from deep. Бам, трёшка. Задирайте. Обалдеть получилось с угла кидануть. Неужели тренер первый раз в жизни принимает правильное решение в этой игре? На него вообще не похоже. Westbrook's got three rebounds so far in the game. Here's Mr. Clutch. Ibaka with a screen on Waiters. Westbrook passes to Mr. Clutch. И опять excellent time. Westbrook's got his fourth assist in this. Все, парни, надо доводить игру до конца. Мы просто обязаны выиграть сегодня. Can't argue with that at all, Steve. His shooting percentage has been off the charts. Irving drives in, takes a three. Kendrick Perkins grabs the miss. Tough three-point try there with a hand in his face. Boy, you'd be lucky to make that one against great defense. They double him with. Давай, Перкинс. Отличный пас на Вестбрука и Вестбрук точно. Отлично. No way you come back in this one. Not anymore. Any chance of that happening? Зачем прыгнул на Ирвинга? Представляешь? Не, против компьютера бесполезно представляться. Против компьютера бесполезно. Но это шансов очень мало, что получишь чардж. Очень мало. And a new group in here for the Thunder. Nick Collison's checked in for Perkins. Perry Jones comes in for Serge Ibaka. Jeremy Lamb's checked in for Kevin Durant. And Reggie Jackson subbed in for Russell Westbrook. There's the pick. Kicks it to Lamb. There's the three. Бам! Лэмп попадает. Красавец. Неужели, Ягненочек, ты затащишь нам, а? Сегодня. Красавец. Отлично. Говорят, уже чемпионская корона там для нас готова. Это радует. Корону готовьте, засранцы. Уже невозможно за минуту ничего тут сделать. По-любому. Everything was spot on. Well, you look back at this one, and what an amazing performance this has been for Mr. Clutch. Now, there wasn't much they could do to slow him down as he was converting every opportunity he got. You just assume he's going to knock those down. Тренер меня вообще заменил один раз за всю игру. Молодец. Here's O'Neal. And it's good assisting on the play. Какой-то О'Нил там забил. But at least they're still going after it and playing hard. It would have been very easy to throw in the towel a while ago. Давай, братюня, куда ты пас отдаешь? Осел стоит перед кольцом и куда-то пас отдает в ноги. I think you're right on target there. To the wing right side. Tries a three. It's rebounded by Oklahoma. Ну что, друзья, сезон можно считать законченным. Thunder чемпионы. Вау, последний бросок и бам, последний бросок сезона. За мной, дружки. Чемпионы. They were the aggressors. And the Oklahoma City Thunder are your new NBA champions. Well, they did it. And as they celebrate, you can just see the relief, the acceleration. О, длинный марафон, друзья, с октября месяца. Больше полгода.
They work together to get right here. And what better way, Kevin, to give back to the loyal fans of this franchise than to finish out this series, this whole playoff run, actually. Дайте нам заслуженную награду. Да, молодцы, ребята, молодцы, говорит Кари Ирвин. Весбрука там похлопал. Поздравил их со вторым местом, говорит, ребята, я вас поздравляю. MVP-то дали хоть сезона? Давайте узнаем, кому дали MVP. Раздевалка позже, этим вечером. Didn't know you were still here. А я, ты что, все еще здесь, что ли? I don't want to leave. Я не хочу уходить. I never want this night to end. Я не хочу, чтобы эта ночь когда-нибудь заканчивалась. I hear you, you know? Да, я слышу, я понимаю тебя. We didn't get a chance to really talk. Just wanted to say, I know. После этого празднования мы даже не могли толком поговорить. You've come a long way. Put in the work, did what was asked, and now look at you, a world freaking champion. Черт возьми, ты чемпион после That's всего, right, что мы проделали. Man. Да, правда, hey, чувак. Thanks. Эй, спасибо. I just can't believe it. Я просто не могу это поверить. Мы чемпионы. Мы просто непобедимы в NBA, бро. Это просто невероятно. Да. Это правда. Офис генерального менеджера. Старт офсезона. Ну, как это, не знаю, как по-русски перевести. Хорошо, чувак. Давайте поговорим немного по поводу возможных обменов и скажи мне, что бы ты хотел. Available free agents, друзья. Итак, нам предлагают свободных агентов. Кевин Дюрант упал в уровне, смотрите, 92 оверл стал. Данкан, Брайант, ну, Брайант вообще, конечно, донный. Кто там еще есть? Ну, тут уже все пошли по нисходящей. Не, однозначно Дюрант, конечно, то еще-то. А, нужно еще выбрать, что ли, кого-то? А, один плеер, еще один остался. О, не знаю, не знаю. Данкана, что ли, выбрать? Ну, Брайанта нам зачем? У нас есть Дюрант, у нас есть Вестбрук. А Вестбрук, кстати, его нет в списке, нет? Случайно. То есть у нас будет Данкан, это будет вообще непобедимая команда, конечно. Давайте Данкана выберем. Makes a lot of sense. I really appreciate it. Да, я понимаю твой выбор. When a team superstar is happy, the team is happy. Когда команда суперзвезд счастлива, мы счастливы. Да, делай свои дела. Ну видите, генеральный менеджер уже со мной советуется. А, симулируется офф-сезон, друзья. Симуляция проходит. Сейчас посмотрим, что будет после симуляции. Ничего себе, долгая симуляция-то. Что-то там симулирует.
Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, мне там денег дали, что ли? А, мы только начали. Чемпион говорит, мы только начинаем. Отлично. Окей. Что еще есть? Ну-ка, подождите. А что у нас там с составом-то? Ну-ка, подождите. Team Stats? Нет, нет. Player Stats. Westbrook, Durant и Бак. А, Данкана взяли в команду. Вау! Вау! Перкинса Донного убрали. И у нас теперь в команде Данкан есть. Вау! Дюрант остался и Данкан. Класс! Такая команда убийственная, я представляю. Жесть. Перкин, кстати, ушел на лавку, все верно. Мэриона взяли? Или это другой Мэрион? Какой-то другой, видимо, Мэрион, по-любому. Да, другой. Там был Шон Мэрион, а этот какой-то Эл Мэрион. Окей. А вы знаете, что я не могу понять? Кто там выиграл MVP-то? Мне не дали, прикиньте, MVP сезона. А кто получил MVP? Awards, Season Awards. Вот Season Awards. Странно. Давайте посмотрим, еще может быть где-то есть. Еще бы Томми Брайанта и Шака. Да, Томми, его не Томми, а Коби зовут. Коби Брайант. Так. Я даже не знаю, вот. Кому MVP-то дали? Плей-офф, гейм рекордс, не то. Да. Непонятно. Где смотреть? А, вот, друзья. Ну, это позор вообще полный. А, 14-15 год. Кевин Дюрант. MVP. А тут Леброн Джеймс. Хотя мы выиграли чемпионский титул. И, по идее, тот, кто... Лучший игрок команды победительницы получает всегда MVP. Это логично. Это всегда так было. А тут дали, короче, MVP Леброну Джеймсу. Ну, вообще, донные ребята. О, бред вообще полный. А, вот смотрите, MVP. Илья Брухин. Видите, написано. Ну, вообще странно тогда. Чего? Чего им нужно-то? Так, League Leaders. Hall of Fame. Меня еще в Hall of Fame не взяли, кстати. Season Awards, так. Ну, странно, странно, странно. Так, идем дальше, смотрим. Что у нас еще есть? Social Media давайте зайдем, посмотрим. Так, это мы увидели. А это что? То же самое, что ли? Деньги давайте. VC гоните. Где VC? Я не вижу, как чтобы у меня сильно VC прибавились после чемпионства. А, это уже было, кстати. Это было. Теперь мы знаем, друзья, кто на обложке будет NBA 2K16. Вот такая обложка поступит в игру. Ой, в игру. В октябре. Так, календарь. И что нас тут ждет? Вот первая игра с Сан-Антонио. Так, давайте посмотрим, подняли ли мне уровень. Так, а, вот где можно получить. Sports Illustrated Cover мы видели. Вот, смотрите что.
Но тут что-то ничего не начисляют. Я уже получил, что ли? Да, все получено. Все, больше VC не будет в этом году. Печально. Давайте, знаете, что сделаем? Так как я, в принципе, карьеру больше не планирую продолжать, мы сделаем с вами следующее. Мы симулируем как бы этот сезон и посмотрим, кто вообще победил. Давайте. Я думаю, что мы победим. Надо посмотреть, что там будет. Так, player, а player upgrades еще хотел посмотреть. Нет, апгрейдов больше недоступно, друзья. Так, поехали. А, на матч всех звезд можно сходить, кстати. Как вариант. Давайте, поехали. Пока тут все симулируется. Да, видите, какая долгая симуляция. Но мы побеждаем. Я что-то мне подсказывает, что мы можем и следующий сезон затащить. Может быть, мне сыграть Данканом, там, например, я не знаю, последний раунд плей-офф, как вариант в сезона 2. Вот это, кстати, хорошая идея, мне она нравится. Слушайте, а кого, как вот узнать, буду ли я играть в соревнованиях трешников, нет? Да, кстати, наверное, так и сделано, друзья. Значит, у нас будет симуляция сезона, и мы посмотрим. Ну-ка, плей, а смотрите, мне дают сыграть даже возможность покидать трехочковые. Ладно, для YouTube это будет следующее видео, друзья. Так что не пропустите.